Привет. Сегодня хочу показать еще один вариант подарка на День Святого Валентина. Это будет сердце, такое вот дерево, сердце. За основу я беру вот такой вот пенопласт. Это вырезано из пенопласта сердце. Итак, для начала нужно сделать для него ножку. Я беру три шпажки и обматываю тейп-лентой. Обматываю не до конца, эти кончик остренький нам нужен будет для того, чтобы вставить сердце. Вот образ. Вот такое вот сердце на палочке получилось. И теперь я буду вставлять в это сердце вот такие вот розочки. Я уже заготовила. Они тоже на проволочке. Просто вставляю их в сердечко. Можно поглубже. Это немножко выше, чтобы оставалась форма самого сердца. Итак, вот такое вот сердце получилось. Ну, может быть, больше похоже на шар, но если издалека смотреть, то похоже на сердце. Пока отложим это в сторонку, сделаем заготовочку. Я вот сделала уже такого, здесь внутри пенопласта меня обклеила креповой бумагой. И теперь буду обклеивать вот такой вот плиточками шоколада, мелко маленькими. Вот я приклеила все конфетки. Теперь посерединке тортика, так называемого, я сделала дырочку для дерева, для ножки. Шпажка потолще. Теперь можно вставлять само дерево. Немножко капельку клея сюда. Хочу еще добавить немножко такого праздника вот сюда. Сделаем ленточку. Вот так вот получилось бантиком. Теперь хочу приклеить еще бусинки на розочки. Вот так вот получилось бусинками. И можно еще, я вот готовила две бабочки, приклеить сюда бабочки. И с другой стороны.